Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня мы рассмотрим зеркало от компании RS, модель RVM700. Зеркало идет 7-дюймовое. Вот. Поставляется в такой вот коробочке. Давайте рассмотрим комплектацию. Так, здесь у нас инструкция небольшая находится. Провода подключения вместе с двумя видеовходами. Вот подключается все на питание 12 вольт. Так, ну и само зеркало. Зеркало со встроенным монитором идет. Вот такое вот зеркало. Зеркало-накладка на штатное одевается зеркало. Вот, ну вот так вот все выглядит. Кнопки управления и большой 7-дюймовый монитор. Вот. Полностью корпус пластиковый, зеркало, вот провода подключения. Так, сейчас мы зеркало подключим на питание, также подсоединим к нему камеру заднего вида, чтобы визуально посмотреть, как передает изображение данное зеркало. Так, зеркало мы подключили на питание, теперь можем его включить. Вот зеркало включается, видим камеру заднего вида, подключенную также к данному зеркалу. Разрешение самого зеркала 480 на 232 пикселя. Присутствует система PAL и NTSC, то есть поддерживается полностью. Питание, напомню, сугубо 12 вольт. Вот, ну, как мы видим, все четко, без проблем показывается. Есть небольшое меню, можно настраивать яркость, контраст, выбор языка, зум и тому подобное. То есть вот кнопочка на переход на второй видео вход, можно еще что-либо подключать, допустим, переднюю камеру. Вот так вот работает данное зеркало. При покупке на него распространяется гарантия, дополнительные характеристики и стоимость вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.